Всем привет! Сегодня 19 мая 2018 года. Хочу показать, как до сих пор цветет мой адениум и рассказать такую историю о нем. Насколько продолжительное цветение адениума я пока еще не знала, потому что в прошлый раз, когда цвел этот цветок, я на это не обращала даже внимания. Он цветет себе, цветет, и понятно, что он меньше цветет, чем, например, те же фаленопсисы, которые вообще рекордсмены в этом деле. И когда недавно цветочки начали опадать, понятное дело, уже цветению достаточно много времени, то есть где-то в конце апреля он зацвел. Думаю, конец мая скоро уже, значит, скоро уже месяц будет, то, наверное, так и должно быть. Но, думаю, как-то странно. Значит, когда первые начали цветать цветы, они просто опадали. То есть спокойно снимались, сами падали, а если дотрагивалась я до цветка, он просто сам опадал, оставался в руке без всякого напряжения. И вот смотрю, как-то утром я пришла, а все цветы просто висят как тряпочки, такие тряпочки, вот так вот все висят. Думаю, что ж такое, вроде пытаюсь снять цветок, нет, он держится. Думаю, странно вообще. Погода сейчас пасмурная, такого солнца нет, я особо не притеняла, и получается где-то эта погода прохладная и пасмурная держится уже с понедельника, то есть около недели, вот, и сегодня суббота у нас. Думаю, как-то странно, проверила, значит, как я проверяю, насколько хватает ему влаги, и вот у меня есть такая вот палочка, я ее вытаскиваю, вроде смотрю, еще влажный субстрат, чего его поливать, странно. Вот, но то, что цветы сами не опадали, меня насторожило. Думаю, может быть, все-таки ему влаги не хватает, потому что горшок для него сейчас уже не сильно большой, растение мощное, много испарений идет благодаря тому, что есть цветы, то есть растение много теряет влаги. Возможно, действительно не хватает влаги, нужно его полить. Думаю, дай-ка попробую, хотя субстрат был еще влажный. Я полила, и каково мне было удивление, что на следующее утро я уже обнаружила, что цветочки вот такие. Все, они восстановились, то есть сейчас это действительно опало, но это естественный процесс, видите. Вот, а часть цветов восстановилась. Думаю, боже мой, как приятно. Вот, то есть буду знать, что когда цветы уже отжили свое, они просто опадают, они падают с растения. Вот, а когда растению не хватает влаги, эти цветочки такие вот как тряпочки висят. Вот, и они еще крепко держатся вот на здесь вот, там, где идет крепление к стеблю. Так что вот такие вот опытным путем мы находим такие вот моменты в ходе за этим привлекательным растением. На этом все. Пока!